Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Шинковая, и я приглашаю вас на свой сольный концерт «Предновогодний микс», который состоится 24 декабря в концертном зале Омской филармонии. Это световое мультимедийное шоу, в котором вместе со мной выступит вокальный квартет «Премьер», а также заслуженная артистка России Светлана Бородина, Надежда Комарова и Евгений Романов. В этом концерте будут звучать песни о зиме, о Новом годе и, конечно же, о чудесном, прекрасном времени, которого мы так ждем. И я думаю, что вам обязательно захочется побывать на этом концерте, потому что это всегда ощущение волшебства и чуда. И чудо обязательно случится 24 декабря в концертном зале. И сегодня, прямо сейчас, мы узнаем имя счастливчика, который станет победителем розыгрыша среди участников акции «Ночь искусств», которая прошла 3 ноября в органном зале Омской филармонии. Итак, пригласительный билет на двоих на праздничную эстрадную программу «Предновогодний микс» 24 декабря получает билет номер 183. Беляева Кристина Анатольевна, чей номер заканчивается цифрами 3110. Уважаемая Кристина Анатольевна, завтра в течение дня наши администраторы свяжутся с вами и сообщат, как получить это приглашение. Спасибо большое за внимание, желаю всем удачи и хорошего настроения. До встречи на концертах!